Итак, всем привет, с вами снова Евгений Иванов. Мы продолжаем играть в Another Ghost Trackers 2013. По поводу команд я забыл показать в прошлом гайде один пункт, где, собственно, находится ваша команда, ну, помимо профилей этих, где они создаются. Как сыграть против своей команды? Или как сыграть за свою команду обычный матч. Да. А потом я поговорю про то, что у нас в этом гайде должно быть на самом деле. Кстати, вот насчет вот этого момента. Слева-справа. Если вы против компьютера играете в одиночку или там с кем-то по сети. Если слева вы начинаете разводить мяч, если справа ваш противник. Вот и все. Ну и, кстати, счет будет сдвинут. Ваша команда находится здесь. Вот первый профиль, второй, третий, четвертый. Здесь это ваши команды, видимо, созданные на VI, как я понимаю. Сейчас лучше нет. Да, это команды, созданные на VI. То есть не на компьютере, я так понимаю. Ну ладно, мы сейчас поговорим в этом сейве про то, как пользоваться восполнителями, тренером и менеджером. Не очень длинный гайд, но некоторым это нужно знать. Начнем. С чего начинать? Нам надо все показать, да? А давайте-ка мы тогда начнем. Ну, перейдем в прохождение. Хотя в прохождении нет. Не-не-не-не. Давайте все-таки здесь останемся. Дело в том, что в прохождении восполнители будут тратиться, они не будут бесконечными. Здесь-то вы потратили их на матч, потом они восполнили, сколько у вас их было в профиле. Так, вот наши фрикадельки против Раймонда сыграем. Чтобы их. Любимый наш Раймонд, как же без него. Начнем с восполнителя, потому что я тренера и менеджера забыл. Хотя нет. Я просто сейчас включу. Я не буду показывать, хотя, ну-ка. Ради мне внука. Так, сейчас я тогда для... Так, нет, у меня третий бимод настроен уже под менеджера. А для тренера я, наверное, четвертый использую. Сейчас. Вот эти две кнопки надо поменять на что-нибудь. Просто и всего. Yellow. Home and. Пускай будет home and. Все. Я, чтобы за один матч вообще все нафиг сразу показать. Да. Так. Здесь page down. Здесь получается вот так. Не. Вернись обратно. Так. Home. Или end. А, здесь page down. Как же неудобно это делать. Ну да ладно. Так, где наши фрикадельки? Вот они. Второй вимод у меня для игры в одновременном управлении. Я просто не хочу там его менять. Конечно, это не так страшно. Так. Page down, и здесь у меня стоп. А, блин, это я сам себе жизнь усложнил, получается. Ну, хорошо. Нет, это не очень хорошо. Все, готово. Так, сперва покажу, как пополнять ТП, потом функцию менеджера, потом функцию тренера. Все, за один матч мы всех троих испытаем, поэтому время матча я поставлю на максимум. И поехали. Ну, как пополнять ТП, я вроде уже говорил, но я не помню, я показывал или нет. Вот это когда я на Q нажал. Мы тоже нажмем на Q. Мы не будем использовать сейчас никаких миксимаксов тогда.
нам нужна будет именно техника чья-либо. Давайте Тенму тогда. Тенма будет накапливать энергию. Потому что на Максимаксе не потратится, а тем... Хотя можно было и с Максимаксом, наверное, все-таки. Более один из сильнейших отнимет 20 ТП у двух партнеров. Но мне все равно, я так сделаю. Погнали. Насчет тренера я не знаю. Наверное, я это на Хирота покажу. Надо кого-нибудь вывести из цепи ударов. Вот у меня только Хирота есть. Ну, я имею в виду с техникой третьего уровня. Потому что мах ветра, это извините меня. Так, ну вот, я нажал на Q, забил гол. Вот, последний пункт в исполнителе. Если у вас есть мой сейв, всегда вот этот выбирайте. Третий в исполнителе, он пополняет все ТП абсолютно. Ну, я действия всех не знаю. Здесь есть восполнители, которые дают сразу энергию. И есть восполнители, вот с бутылки, это я знаю, они как карточки работают. То есть они прокачивают ранг одного из параметров. У меня находились в турнире с ранга любителя применять вот эту штуку. Но я обычно использую третий. Но вы там сами разбираетесь, если вам надо. Все, все ТП пополнены. Да. Теперь поговорим. А, да-да-да, Хирота нам нужен будет. Но Хирота пока еще не будет нами использоваться. Нет, наверное, надо его поставить. Занарк пойдет вместо Тенма. Так, ну функцию менеджера те, кто играли в прохождении со мной, видели. Вот я нажал... Ой, блин. Я случайно тренера использовал. Хотя я не нажимал тренера. Почему он активировался, я чуть не понимаю. Ну, короче, функция тренера это потом. А, видимо, я нажал на какую-то кнопку, они вообще нафиг все туда побежали, к противнику. Ну, я не знаю, что я там нажал не так. Ладно, ну, функция менеджера заключается в том, что вы просто пополняете энергию ТП в определенном круге. А я не вывел Хиротыш. А, он на другом фланге, точно. Ща. Ща. Хирота пока нет энергии, сейчас мы сделаем. Так, я правда вот не знаю, получится, нет. Сейчас, сейчас. Блин, Хирота ушел. Так, это у меня хом. Вот, я приказал Хирота, ай, ё-моё, бежать туда. Ну, короче, полезная штука для цепи ударов. Не более того. То есть я могу с помощью тренера указать Хирота бежать вперед, чтобы сделать с ним цепь ударов, чтобы он там стоял и не передумывал особо никуда убегать. Вот. Ну, как, когда мяч у противника что-нибудь даст, функция тренера. Видимо, когда мяч у меня, и я вот не знаю, куда я там нажал, как это вышло, они побежали все в атаку. Здесь вроде еще есть функция, чтобы все в защиту бежали, да? Нет. Тут я указал именно игрока. Ну ладно. Я, в общем, пока не полностью разбираюсь в тренере. Ой. Случайно нажал на кнопку другого профиля. Бывает. Бывает. Ну-ка, а может я нажал не тогда, а end, или это во время применения техники использовал функцию тренера, что ли?
Что-то я не соображаю немного. Ну-ка. Нет, ну-ка, если я нажму End, ничего, Home, функция тренера не расходуется. Что? Я нажал на технику дриплинга. И вот они все побежали куда-то. Опять. Почему именно на минус? У меня же указано на минус техники дриплинга. На... А, нет, это же тоже подчиняется. Ну-ка, еще раз минус. Все побежали в атаку. Ну, понятно, значит... Это у меня просто управление такое. Сейчас. Ну это что у нас получается? В четвертом профиле. Наша крестовина. Нет, не крестовина, встряска. Встряска отвечает за то, чтобы побежали все в атаку. Или если мяч у противника, как я понимаю, побегут все в защиту. А кнопка Home, ну кнопка, левая кнопка мыши по умолчанию. Это для цепи ударов, там, чтобы игрок подбежал. Хотя можно не только для цепи ударов, допустим, у вас мяч забирают, вы приказали игроку бежать, чтобы он по-быстрому туда добрался, использовал защитную технику, а не убегал от противника. Ну, бывает такое. Ну, короче, вот разобрались мы с тренером и менеджером, и восполнением частично. Думаю, пока этого хватит. Ну, еще дополню, хотя, может, уже и говорил бы нам, что функции тренера и менеджера действуют до 3 раз за тайм или мини-тайм. 3 раза использовали, все, ждите следующего тайма или мини-тайма, там оно все на максимум восстановится. Ну вот, собственно, и весь гайд. Да, все, всем пока.